секунду, на туалет. Где-то вы вдоль дороги смотрите, у заправки уже может быть так. Я в казарму. На западе пехота уже, да, замечена? Я, да, я поставил синюю отделение. А у нас есть кто-то западнее нас? Да, вот сыра сейчас поставил. Их довольно много. Они могут пройти через город. Там еще город, и их тоже довольно много. А на них много? Ну, пишешь, пока два. Две метки на отделении, я думаю, там человек 10, наверное, максимум. В основном, как будто бы они все на юго-востоке. Ну, еще на востоке, наверное, есть. Это поебай. Кто-то еще гоняет на следующий. Тиник у меня. Да. В упоре? Угу. Рони, ты куда смотришь? 300, блин, походу не смогу добить. Рони живой? Живой. Рашники на связи? На связи? Ра. Шайтан говорит. Кто в белой двухэтажной казарме у вас сидит? Я подстрелил у вас на юго-восточной стене одного врага.
Будьте аккуратны, они подходят к вам. Ушел. Принято. Так, я вернулся. Следующий два. Тут. Кто погиб? КВ. Кто погиб? Ты, ХЗ. Я ходил карашником, давал им инфу. Ну тут противники на моей метке. Они штурмуют. Тебя? Да. Я ранился на своей метке. Не МТВР или как-то так. Может сказать, СМ-2. Блядь, не обстрелили. По мне пробу. Перевязываюсь, пытаюсь отойти. Точно актуальный? Да. По мне трубы сейчас прилетают. Но вот это же не по тебе. Только что по мне труба была. Пробую отойти. Куда пошли там, да? Рядом. Есть метки на врага? Да, вот здесь.
Рик живой? Шайтан живой? Да. Ра на связь. Ра на связь. Так, рашники вообще не отвечают. Я говорю, с запада, скорее всего, пипец. Много? Да. С востока тоже идут. Камера у меня едет. Медики приезжали вражеские у меня. Я ранен и особо не могу передвигаться. Окей. Что-то тяжелое едет с запада. Рик живой? Да. К тебе мраб подъехал на метке. Да, у меня только ШГ.
по мне. Проверка. Да. Я прессую. У меня тут пиздец. Я вхожу. Беда. Что-то едет. Да-да. Что едет Ненашинская, походу, с севера. Ниже железки пробирает. Я ранен.
Ох, блять, вот в эти ворота враг должен зайти. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.